готова. Отдайте ее, кому сочтете нужным. Не хочу слышать ни их имен, ни того, кто они такие. Я и так уже пережил свой век. Мне здесь не место. Буду этому очень рад, леди. Бесконечно вам благодарен, чужеземка. Атрас Танал Тунша. Да найдете вы всегда свой путь во тьме. Проклятье, совсем не так я все это себе представлял. Ты готова вернуться в город и рассказать обо всем? Да что там? Теширы уже столько лет пытаются развалить Арсамар, и до сих пор им это не удалось. Лорды Ассамблеи, призываю вас к порядку. Этот спор ведет нас в никуда. Тогда к чему тянуть время? Я требую проголосовать немедленно. У моего отца остался только один сын, наследник трона Идуканов. Кто посмеет оспорить это? Твой отец на смертном ложе заставил меня поклясться, что ты не унаследуешь от него корону. Старшина, прошу прощения, что помешал, но тут вернулась Серый Страж. Итак, Страж, какие вести ты нам несешь? Каридин был заключен в тело голема. Страж даровала ему милость, которой он жаждал, освободив его и разрушив наковальню пустоты. Перед смертью Каридин выковал корону для нового короля Арзамара, избранного самими предками. Я хотел бы поверить словам Огрина. Но всем известно, что Серый Страж наймит Белена. Тихо! Эта корона действительно изготовлена совершенным, и на ней древняя печать дома Ортан. Скажи нам, Страж, кого избрал Каридин? Наконец-то! Нелепый фарс окончен, и я могу воссесть на отцовский трон, который принадлежит мне по праву! Ты признаешь меня королем? Я не могу противоречить слову совершенного. Трон твой, король Белен. Тогда вот мой первый королевский указ. Я требую казнить лорда Харумонта. Стража, взять его! Страж, ты как никто другой знаешь, что нам предстоит война. Арзамару сейчас необходимо единство.
Всякий, кто подрывает мою власть, действует на благо только порождением тьмы. Я вернусь в свой дворец, чтобы собрать генералов и подготовить наши войска к маршу наверх. Там мы и увидимся, страж. Благодарю за все, что ты для меня сделала. Ты блестяще проявил себя, страж. Я, конечно, добился бы трона и без твоей помощи, но не так легко и не так скоро. Тебе больше незачем произносить его имя. Мои генералы уже готовятся к походу наверх. Сообщи, когда мы тебе понадобимся, и к твоим услугам будут все боеспособные гномы Арзамара. Ты сделал куда больше, чем я ожидал. А потому я хочу вручить тебе и личную награду. Этот молот был любимым оружием моего брата Триана. Возьми его в память о том, что связывает тебя с Арзамаром. А теперь у меня дел по горло, если тебе больше от меня ничего не нужно. Погляжу, что можно сделать. А теперь мне надо побеседовать с другими просителями. Навести меня как-нибудь в другой раз. Трон возрожден, и легенды окончательно стали достоянием прошлого. Кабы я услышал этот рассказ из третьих рук, я бы счел, что это ложь. Остальное тоже впечатляет, но Легион больше всего благодарен тебе за то, что у нас опять появился вождь. Теперь мы сможем драться с порождениями тьмы. Нет, наше место здесь. Когда ты переломишь хребет Мору, а уж с этим делом ты справишься... Мы позаботимся о том, чтобы нечисти было некуда отступать. Мы будем в твоем распоряжении, хоть и не напрямую. Большего не мог бы добиться ни один на земле. Твои слова подкреплены воинским мастерством. Все мы здесь, в Легионе, обязались отдать свою смерть родному краю. Но после победы сразу вернемся в Арзамар. Последние новости! Лорд Харуман Ты вернулась? Не ожидала, что за всей суматохой из-за нового короля удалось узнать что-нибудь о Руке. Что случилось? Он мертв? Умоляю, лишился рассудка? Это случилось и с моим мальчиком. Почему вы не привели его домой? Я должна пойти к нему. Благодарю. Возьми.
Последние новости! Белен король! Будущее Арзамара в полной безопасности! Ты нашла его! Страж, прими мою благодарность. Ты луч света во тьме нашего времени. Я уже начала беспокоиться. Уж и не знала. Ты их нашла? Это же имя моей прабабушки. Мне надо срочно отнести их в совет. Отлично! Меня зовут Орта. Они вернули нам наше место и голос. И еще в записях говорится, какие дома до сих пор должны денег дому Ортон. Когда-нибудь я смогу достойно отблагодарить тебя за все. И я не знаю, остались ли какие-нибудь сокровища. Мне только надо найти того, кто захочет продолжить поиски. Дом Ортон не забудет твоей доброты. Правда, получилось торжественно?